We're very happy to that this event has attracted so many Сейчас скоро будут выступать акробаты. На 18.00 начинается экскурсия Якюске, где все желающие могут познакомиться с Коплинскими линиями. Но такая же экскурсия будет потом еще в 20.00, поэтому кто сейчас не успевает, может в 20.00 на экскурсию пойти. Очень интересно сегодня, если вы хотите поподробнее знать, что будет произойти и где, тогда смотрите, на стенах есть белые бумаги, там точно написано, точное расписание, что будет и где будет. Плюс еще раздаем флайеры, где тоже карта Коплинских линий, плюс еще расписание. Ja seal on ka siis Sven Tupitsa fotode näitus Kopli liinidest, et millised need endised elanikud seal olid. Ja soovitame kaasa võtta enda piknikulina ja olge varakult kohal, sellepärast et suppi jagub kiirematele, sest me ei tea, kui palju seal täna rahvast tuleb. Осталось, возьми ее.